Что нам приготовил Million of Void? Клип на песню Roll Up. Слушай, Love Stars Mill, да. Директор Дубай Синев. Синев, да? Или Слинев? Не, Синев, наверное, да? Синев, да. Важный клип, на самом деле. Реально. Чтобы это действительно было... чтобы это было чем-то таким, чтобы представляет его как большого артиста, который дропнул качественный альбом. Ну, не прям там артиста тира А с точки зрения какого-то хайпа, а с точки зрения качества продукта, как человека, который претендует на что-то большее, да. Погнали. Появилось видео со съемок, во время которых чуть не подожгли крышу многоэтажки. Ролик снимал рэпер Милан. Но тело рвало перед выходом на сцену. Застукающими толпа, наша любовь бесконечная. С нами будут солдат, я дойду, покажет время. Дед моя давно обстановка, не в курсе, что... Неплохо, неплохо, неплохо. Динамика хорошая, начало хорошее. Здесь у нас есть голос его. Так, чтобы он менялся, да? Иногда бывают тяжелые муты, круг стая. Чаще встречаются грязные муты, по на минимум тразвезда. Если ты спросишь меня, что с котиками, буду молчать, как пару дудя. Но я все же рад, что мы не дешевые мувы, не в твоем тайпе, лэм звезда. Но у меня лэм просто, у меня ноу тайп, как шэм. Мало не делаем, мэйт, ты так сделаешь апопон шэм. Я люблю ее нот в каждой стоне, рэш бонса под бас, как на серф. У меня стоит старший на стоне. Мои парни цепляют, но не друг стор. Логанел на бокс, у меня поставлен точка. Чем бывает занят, пропадает эта строчка. Чем корябать доску, я люблю помать точку. В рэп игре нас мужик, не пахал, не база сочка. Я как молодой, трилл, пил, стелл. Только нам зло, строго нахуй школа. Чай иногда бывает задний, прилипает больше, чем тогда с ФВ кость. Снова тело роллап. Перед выходом на сцену. Здесь ночь, мне толпа. Наша любовь бесконечна. Ну, неплохо, но... Хороший стоп-кадр. Вот, к слову, про Асудин, да? Только что спрашивал Макс, да? Слушай, вот... Как будто с... во всех остальных кадрах, кроме крыши, у тебя такой дорогой легкий флекс, да, дорогой легкий вайб. И круто, да, в принципе, достаточно неплохо тебе это идет. Да, 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 вот это прям вот это. Видео со съемок, во время которых... Вот я думаю, что меньше надо было вот этого, да? Я понимаю, что как перформанс прикольно, но он и так достаточно неплохо уже отработал, даже сам фактом телека и так далее, да? Вот, много вот вбивается, да. Снова тело рулат. Перед выходом на сцену. Здесь ночь, мы толпа. Наша любовь бесконечна. Знаем, буду солдат. Разные кадры есть, развитие клипа происходит. Вполне неплохо. То есть вот тоже история. Вот мы сейчас посмотрели клип Жака Энтони, да? И здесь тоже история одного актера. То есть один человек, тут полностью артист в центре кадра. Это правильно, бро. Вот предыдущий трек, который мы слушали, вот он не захотел, да, молчать. Такое. Так. Нас уже рад, что мы не дешевые, мы не в твоем тайпе, лэн звезда. Да, 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 все это. Бах, даже тут работа головой, да? Бах, вот оно, прям подбит четко.
Вот такие моменты вайб создают. И ты сидишь такой вместе с ним. Видите, он везде попадает. Везде попадает, создавая такую плавную, тягучую динамику. Очень неплохо. Реально, очень неплохо. Я думаю, что клип даже можно взять номинацию, как будто бы. Что скажете? Что думаете? Клипа не будет, Джек Энтони. Клип уже был, но мы решили его не выкладывать, потому что там особо разбора как такового не было, ничего особо не происходило, но потягает с остальными. Слушай, потягаться может и потягается. Не знаю, выиграет ли, но потягаться потягается. Июльский клип 27 июля, вот он выходил, да? То есть это для номинации, которая будет 10 числа, если что. Поэтому смело, да, залетайте, друзья, на голосовалку. Я думаю, что можно. Джек Энтони просто показал, как он был работягой. Давайте возьмем, да. Да, одни плюсы, калитка вообще бесшансовая. Спасибо большое, спасибо большое. Хороший мягкий вайб такой, ночной. Временами такой холодный, да, где-то там вот синие, голубые огни. Вот это тоже вся история. И вот на этом фоне, на самом деле, еще и в этом плане создается такой контраст. Ну, не совсем понятно, зачем он, да, такой желтый, теплый контраст вот ко всему вот этому. Вот это что? Вот это одна картинка, да, холодная. Вот эта картинка, вот она вся. Вся синяя она, вся темно-синяя, вся холодная. Даже вот эта часть, да? Сейчас. Да что такое, да, блин. Вот эта часть, да? Здесь тоже он тут продолжает. И вот концовочка. Даже здесь она все равно такая у нас. Холодненькая, да, на самом деле. Холодная, темная вся. С фонарями. Вот эта вся история. И на контрасте у нас с этим, да, вот. Вот здесь. Не знаю. Можно было показать там буквально в начале несколько раз и все. Как событие, как перформанс, оно уже сработало. В остальном не лучшим образом, прям чтобы супер-пупер, да. Но в целом весьма. Поэтому будет здесь, друзья, голосование. Вы можете всегда зайти в премии РЗТ, посмотреть, что там в июле происходит. Посмотреть номинантов всегда вы можете. Вот они уже здесь сейчас. Здесь будет заменена картинка после того, как разбор выложим вот на вот такую, да, картиночку. Поэтому, если что, ну, тут уже есть, тем не менее. Вот так вот, всех остальных номинантов тоже можете посмотреть. Посмотрим внимательно, никого ли не забыли. Вот, кстати, здесь обложечка его, да, тоже. Трибют на Киткаде. Альбомчик тоже есть, да, тоже будет принимать участие. Поэтому можете смело, да, заходить и голосовать 10 числа. Вот так вот, вот так вот. Спасибо, ждем продолжения развития. А мне лично мне хотелось бы послушать на три песни. «Паутина», «Звездопад», «За деньги», да. Да. Клипчики. Было бы круто.